Так, мы в Борисоглебском, нужно понять, что сделать с американским кленом, с тополями, вон теми, которые вдоль дороги. Вот здесь жбы и плиты лежат, а вот тут у вас целые горы обломков жбы и изделий разного масштаба. В основном это сваи 30 на 30, ну такие большие, мощные. Тоже техникой надо убирать, подумать, что с ними сделать. А так участок, конечно, пушка, Борисоглебск. Такой ровный, классненький. Прямо он приехал, дружочек-пирожочек. Короче, снимаем плодородный слой земли вместе с травой, чтобы она, ну, долго здесь не прорастала. Плюс грунт, он очень такой, когда много корней, он образует такой ковер, который уже лопатой невозможно проткнуть. Вот мы его сейчас весь срезаем и убираем, чтобы участок был ровный, такой чистенький, все видно было. Лес рубит, щепки летят. Вот это я понимаю, мастер. Вот это яма. Ну, больше 3 метра в глубину. Грунт реально хороший в этой части Борисоглебска. Это первые 3 часа работы. Там пацанчик копает кое-что. Там убирают все деревья. Тут такой пучок был, такой лес. Все, его теперь нет. Домик видно. Красота. Тут чего только нет. Бетонные цилиндрики. Что это такое? Не знаю. Но их тут много. Вот так к земле, если присмотреться, как будто война прошла. 3. Сам трактор сейчас сколько стоит? Арендованный трактор, не свой. Хотя бы так, хули. Автобус хоть не ходили? Ну. Груз такси ходил, жертвы ездили. 19, все. У нас тут вот незадача небольшая. Вот эта красотка ходит. Похоже, где-то здесь потерял свое яйцо. Немножко, конечно, неприятно, но прости нас. Ну что, вот мы в авиастрое, хозяева. Так, оп. Теперь смотрим, что получилось. Опа. 13,5 соток. Огромный участок Кадышева. Первый, Борисоглебск, первая линия.